Всем привет, меня зовут Даша, вы на канале Доза Счастья, а перед началом видео подпишитесь на канал и поставьте лайк. Сразу хочу сообщить вам хорошую новость. Если до Нового года у нас набирается 50 подписчиков, я делаю конкурс. Ну а также, если у меня хватает времени на этой неделе, то к следующему ролику у меня уже будет фон. Постараюсь успеть. И сегодня у нас есть новиночка. Макияж для. Это пакетики. Сейчас я покажу, в чем суть. Они, короче, там переливаются. Вот, ну, потом это. Сначала выберем наши основные пакетики. В многих коллекциях уже осталось по 2 пакетика. И поэтому в следующем ролике мы их закончим. Так, первая коллекция у нас приготовь. Вот этот пакетик возьму. Ну, а так как будет ближайший к Новому году, оставим вот этот пакет, а вот этот возьмем. Так, давайте это уберем, а это сюда. Также пазл. Сегодня берем вот этот пакетик. Тапочки. Вот этот. Так, что у нас там дальше? Гимнастика с авокадо. Где косточка? Аксолотли, вот такой аксолотль, который просит прощения, подмигивающий, и вот такой. Давайте возьмем вот этот пакетик сегодня. И так, наша новиночка с прошлого видео, Лео. Тут все пакеты одинаковые, поэтому выбирать не будем, и возьмем первый попавшийся. Это, так, извиняюсь. Также наша ссылочка «Мир бумажек» канала. У нас осталось 1, 2, 3, 4. Но я думаю, надо взять нам вот этот пакетик. Ну и наша новиночка. Пишите, кстати, в комментарии, какие пакетики открыть. Я даже не знаю. Давайте сегодня откроем не жидкий пакетик. Или жидкий. Даже не знаю. Давайте вот этот откроем. Нет, вот этот. Все. Ну, поехали. Так, наши коллекции сдвигаем. Так, открываем каталожик. Теперь у нас коллекция «Приготовь». Вот наш пакетик. Кстати, сегодня я вам хотела еще одно написать. Давайте я вам напишу последнюю буковку. И вот эту. Так, ну давайте не откроем пакетик. Нам попался перец. Так. Ну давайте подумаем, что же нам может попасться в следующем, последнем. Такое большое. Вторая коллекция у нас, что в моем рюкзачке, и сегодня вот такой красивый рюкзачок. И это у нас книжки, русский язык, 5 класс. И да, я учусь в 5 классе. Так, где клей? Вот он. Ребята, я хочу вам как-нибудь сделать, знаете, какое видео? Вопрос-ответ. Так, извинись. Вопрос-ответ. Скоро сделаю видео. Пишите свои вопросы в комментарии. Следующая у нас коллекция пазл. Вот наш пакетик. И детальки. Ну, тут уже прямо легко догадаться, что тут у нас за пазл. Сегодня нам попались детальки 7 и деталька 9. И хочу вам сказать, что я, честное слово, не знаю, как, что мне попадется. Потому что вот я сделала и забыла, что я сделала. Потому что многие друзья, которые смотрят мой канал, говорят, типа, вот, а ты знаешь, что попадется, не подыгрывай. Нет, я не знаю. Я открываю, какой придет пакетик. Так.
Следующая коллекция у нас тапочки. Тапочки, вот они. Так. Где тут у нас? Что-то я не вижу. А, вот. А. Так, все, берем ножницы и отрезаем. Главное, мы с вами. Этот не надо резать. Мы серьезно в стволе. Ну да. Откройся же ты. О, ура. Получилось. У нас тут какой номер? А, вот номер 4. Номер 4, тут нету имени. Кстати, я научилась делать превью. Как вам превьюшка прошлого видео? Так, следующая коллекция у нас гимнастика с авокадо. Где она? Ну да, конечно, самый большой пакетик я не заметила. Ой, улетел. Вот такой у нас авокадо, который крутится. Какой-то номер. Номера нет, да? Давайте догадаемся, но точно не сюда. Ну, второй, значит, кажется. Так. Ой, блин, а вы все видели, да? Так, не рассчитала. Ну, ладно уже, вы это все видели. Так что, уже смысла нет от вас скрывать. Будет аксолотли. Серьезно, что ли? Если вы хотите узнать, какими маркерами я рисую, как я делаю перфорации и всякое и многое другое, то пишите в комментарии. Нам попадается вот такой акселотль. Вау! Номер 3. Ребята, еще напишите в комментарии, что вы попросили у Деда Мороза. Лично я попросила акселотля живого. Только вот я не подумала, что у него аквариум нужен. Так, следующая коллекция. Это у нас Лео. Вот наш пакетик. Новиночка прошлого видео. Как вы помните, надеюсь, нам попадаются видео с леопардом. Ой, видео попадаются, да. Нам попадаются вещи. О, с леопардовым принтом. Что-то очень большое, сложное пополам. Вот такая маечка нам попадается. Куда мы ее прикрепляем? Извиняюсь. Вот так. Следующая коллекция у нас. Ну, где же ваши ручки? Вот такой пакетик. Так. А, нет. Что-то пошло не по плану. Давайте не будем его рвать. Попались вот такие ручки. Ай, как же хочется, чтобы Мир Бумажек зашла на этот канал и увидела, что я ей хотела отправить. Эх. Вот так. И у нас осталась наша новиночка. Макияж для. Тут, кстати, есть вот такой пакетик. Это тебе, чтобы выглядеть улетно. Сюда нам будут попадаться разные... как такого типа советики, там разные вещи, с помощью которых ты сможешь выглядеть уютно. Так, давайте посмотрим. Такой макияж. Что-то у нас еще. А она в этот раз нам ничего не попала, не попалась, да и советиков. Нет, ничего. Ну, давайте посмотрим, кто это у нас, чье это.
Наверное, это написано в пакетике. Нет, не написано. Значит, возможно, где-то здесь будет написано. Вы серьезно, что ли, нигде? Так, а куда мы это приклеим? Блин, как же я так упустила? Так, ну, скорее всего, это зеленое, может быть, для Лены. Ну, давайте для Лены. Ну, ладно. Не рассчитала. Так, что-то у нас тут не по плану пошло. Теперь в следующем видео нам попадается пакетик с макияжем для Лены, мы который его уже наклеили. Вот такой у нас макияж. Ну, давайте посмотрим, что нам сегодня попалось. И нам сегодня попался перец, книжки. Детальки 7 и 9, как я помню. А, ладно, их потеряла. Где они? В коллекции тапочки нам попались. Вот эти тапочки без имени, кстати. Вот такой авокадик. Такой аксолотлик. Авокадик аксолотлик. Футболка с леопардовым принтом. Макияж для Лены. Класс вообще, мы не знаем, для кого этот макияж. Ну и вот такая ручка, которая и так вот типа делает, да? Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно обязательно будет с превьюшкой. Все, всем пока. Жду вас в следующем ролике.